В этом солярии так называемый односторонний загар. В отличие от соляриев кабинного типа устаревших, тогда как загорать в этом солярии? Вращаться, крутиться? Вот что-то нужно делать особенное? Да, это довольно распространенный вопрос. Все говорят, что вот этот вот вид загара, да, вот когда с одной стороны идет излучение ультрафиолета, необычен. Я вам скажу наоборот. Значит, загар в замкнутой кабине, где по кругу стоят лампы, необычен, потому что он в природе не встречается. Вы когда на солнце загораете, у вас солнце всегда с одной стороны. Поэтому я, в принципе, даже был удивлен, когда многие начали спрашивать, и что тут, крутиться или не крутиться. Здесь можно выбрать два варианта. Первый вариант. Сеанс производится одной стороной, вот как положено, да, то есть вы стоите лицом и загораете. И следующий сеанс производится спиной. Если вы хотите покрутиться, ну покрутитесь.